Окей, окей, вот. Так он говорит, что у нас к нам очень часто вся информация не доходит из-за языковых барьеров, вот. И мне хотелось бы прежде всего обсудить тему о том, что делает автономию самым лучшим образом жизни, самым прекрасным образом жизни. Как твое мнение на этот вопрос? And Svetlana, you are going to give me a list, but there's something I want us to start with, particularly on mosquito bites. Okay. Вот, и в частности, он хочет тебя спросить, Света, в отношении укусов комаров. Правда ли это, что автономных людей комары не кусают? Кусают очень мало. Okay, I asked her the question, if it's true that autonomous people don't get bitten by mosquitoes or get bitten by very, very little. So, да, Света, вот как бы ты отнеслась к этим темам? Yeah, let's start with that. Ну, давайте я начну с комаров. So I will start with the mosquitoes. Я живу в таком месте, где комаров практически нет, поэтому либо их здесь совсем мало, либо они действительно не кусают, это факт. The place where I live doesn't have lots of mosquitoes. So it's either they're not there, or if certain amount of them are there, they don't bite in general. Но у меня летом была ситуация, так получилось, что я не заметила осу, и я ее, получается, зажала на руке, и ей ничего не оставалось, как меня ужали. Okay, but in the summer I had this situation when I had a wasp sitting on my arm, and then I squeezed her, and it didn't have any choice but to bite me. И я вытащила жало, и у меня через 15 минут не осталось даже красного пятнышка. So and I took out this part, you know, there is this part that the wasp brings into the body. So I took it out, and 15 minutes later, I didn't even have any reminder for that on my body, not even a little spot. А то, что касаемо автономии, я бы, наверное, хотела побольше развернуть эту тему, потому что крайне важно не путать голодание и состояние автономии. Yeah, but regarding autonomy, I would like to extend to explain this subject further, because it's super important not to confuse fasting state and autonomous state. В состоянии голодания человек может вылечить какие-либо болезни, но чаще всего те болезни, которые лежат на поверхности, то есть которые не глубинные, не сильные, не такие болезни, которые мешают именно жизни. То есть такие достаточно легкие болезни голодание способно вылечить и очень хорошо. Okay, so, So by fasting, a person can treat different medical conditions, different illnesses, but usually those illnesses are those that are very close to the surface, not really deep. By fasting, fasting is very effective in treating those kind of diseases. Mm-hmm. Но когда вы входите в состояние автономии, автономия — это в первую очередь автономия твоих мыслей, автономия твоей головы. И в состоянии автономии ты можешь пролечить глубинные болезни. И в том числе уже на моем опыте у меня есть такой опыт, что мужчина, который очень длительное время болеет ВИЧ, и у него показатели результатов только снижались, то после входа в автономию, мы с ним делали две практики, два марафона индивидуальных проходили, у него не только перестали ухудшаться анализы, но и появилось незначительное, но улучшение, и это большая победа. На голоде такого не сделать. Okay, but when we talk about autonomy, you should note that autonomy is the autonomy of your thinking, first of all. And by entering the autonomous state, you can start dealing with different conditions that are lying really, really, really deep.
and treat those conditions. For example, in my experience, I had a person who was sick with AIDS, and his tests or his condition got worse and worse and worse. But after he entered the autonomous state, which included two practices that I did with him, he started getting up, started going up, started to improve. Mm-hmm. Когда мы находимся в состоянии автономии, когда мы начинаем прорабатывать и работать с нашей головой, то мы избавляемся от тех недугов, которые очень-очень плотно сидят не только в нашем физическом теле, но и в нашей голове. Uh-huh. So when we start working with our thoughts, with our mental processes, then we don't only address the conditions that are in our body, but also in our mental body or mental structure in our head. Mm-hmm. Ну, это вкратце, чем отличается голодание от автономии и почему автономия это прекрасно, потому что ты начинаешь себя чувствовать по-иному, ты можешь излечить свое тело. И ты можешь познать ту информацию, которую не познаешь никогда в обычном состоянии. Okay, so that's in short why about the difference between autonomy and fasting, about why autonomous lifestyle is the best. Basically, it's because you can heal yourself on a very, very deep level, and you can also realize different things that you wouldn't have realized otherwise.